Всем привет! Вы на канале Zeus News. Екатерину Капанову многие знают по ее эффектным ролям в мелодрамах и детективах. Ей удается отыгрывать на экране роль простой девушки, которая каждому старается помочь. В жизни Екатерина такая же простая и рассудительная, как и ее персонажи. По этой причине она не делится никакими подробностями своей личной жизни с журналистами. Фанаты были ошеломлены новостью о том, что у их любимой актрисы уже родился 4-й ребенок. Девочку назвали Дарьей, отец ребенка Павел Палкин. Они познакомились на съемочной площадке киноленты «Мины в фарватере». В то время мужчина проходил службу в военно-морском флоте на Черноморском побережье. В фильме он выступал как актер массовки. Павел проходил службу по призыву, так как до этого получил образование юриста. Он приглянулся Екатерине, и вскоре об их романе говорила уже вся съемочная площадка. Позже пара подала заявление в ЗАГС и вдобавок прошла обряд венчания. Вскоре у молодых начали рождаться дети один за другим. Сначала родились две дочери – Елизавета и Злата. После – сын Федор, и вот недавно – Дарья. Капанова наотрез отказалась иметь в доме няню, предпочитая заниматься детьми самостоятельно. По ее словам, нельзя делить радость материнства с кем-либо еще. Для многодетной матери любой момент, который она может уделить своим детям – это уже счастье. Но из-за такого выбора женщина практически не снимается, но бросать актерское ремесло она также не хочет. Поэтому после декрета фанаты искренне надеются, что увидят Екатерину в новых кинокартинах. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!